Kia Seltos, установка фаркопа. Обмануть не получится, бампер в любом случае придется снимать, потому что бампер перекрывает посадочные закладные места для фаркопа. Но самая проблема, в принципе, у нас тут демонтаж бампера и фар. Демонтаж бампера в чем заключается? Это куда садятся на крыло. Бампер по бокам. Вот он защелкивается в этих посадных местах. То есть, и он не назад сдергивается, а влево-вправо от машины. Ну, одну я сломал. Одноразовая, по факту одноразовая. Я не сломал, может, была сломана. Вот он, сам крепеж идет бампера. Это левая и правая сторона. Правая сторона нормально получилась. Но это, блин, ну действительно, это снял и выкинул бампер. Сразу новый можно покупать. Вот у меня одна часть лопнула. То есть, плотничком было. С помощью отверткой я отжимал и снимал по одной сверху вниз. Само крепление на бампер под машиной. Там вы откручиваете, там идет у нас получается болтики на 12. Ключ вам нужен на 12, отвертка фигурная, плоская, чтобы замки поскидывать в бампер. И все. Ну а по поводу установки самого фаркопа, я не знаю, там на 17 полты идут, наверное, может на 13. По мере сборки покажу. Изначально не показывал, как снимать, но я думаю, как бы я руководство смотрел по ютубу, там конкретно грамотно все не прописано. Не показано мелочи всякие. Вот он, бампер садится на эти места. И все, здесь он дальше нигде не крепится. Снизу только вот здесь, в этих местах, на двух болтах. Там на двух болтах, здесь на заклепках наверху. И назовем это крепежом одноразовым. Поставили бампер, защелкнули и все. Ну, говорю, вот проблема, тут тоже усилие надо хорошее такое, чтобы фары поснимать. Вот они идут. Заклепки, на самой фаре заклепки идут. Ну, перчатки оденьте резиновые, попроще будет. Ну, вот они идут металлические, то есть они фиксируются. И вот с этой стороны на двух саморезах все. И при демонтаже бампера вот одна фишка идет, там много проводов идет, но вот только одну фишку скидывайте с корпуса машины. В принципе, как будто таких сильных проблем нету. Небольшой нюанс. Ну все, фаркоп у нас установлен. Вот она идет закладная. Конечно, я внутрь пошел, я не помню, как называется фаркоп. Но у меня такой же, как я в ютубе, конечно, видел. Они, может, все одинаковые. Ага, куда я рисунок делал? Вот он. Вот он. Сук К-131. Зачем возбудить? Ничего сложного нету, все смазал. Чтобы потом было легко и просто демонтировать. Сейчас начнем сборку бампера. Ну, если еще наглядно, если получится нюансы, покажу. Ну, фаркоп, в принципе, меняет положение. Так как у меня был гёц и ниже. То есть, можно и ниже перекрутить. Ну, можно, кстати, на прицепе также все это сыграть. То есть, дышло. Пока мамка регулируется, его можно выше поставить, и все, и прицеп будет ровно стоять. Ну, горизонтальное соотношение машины. Ну, на гёце он маленько задница приподнята была. На дастере чуть-чуть приспущена. А на сотосе проверим. Может, поднимать не надо. Ну, это по желанию. Ну, вот у нас как сам бампер выглядит. Изнутри, вот это самая фишка, которую я отщелкнул. То есть здесь много проводов, выходы, не знаю, там туманка, прицеп или еще что-то, может, кстати, подготовленное. Интересно, потому что мобильная система проводов. Ладно, суть не в этом. И вот эта каемочка, вот по металлу, вот эта каемочка идет посадная, как я предполагаю. Для вот этих кронштейнов. Кстати, отщелкивалось тяжеловато. И все, вот сюда вставляются вот эти пальцы. Сюда, наверное, попадают они, направляющие. Ну, вот она стоит. Тут ставить его 10 секунд. Ну и вот она сама схема. Схема. Натянуть. Как она устанавливается у нас? Все. Ладно, здесь. Все. Готовченко. Здесь тоже так же. Маленько. Блин, рук не хватает. Что ж, я не осьминог-то? Ага. Вот, все. Ну да, не нравится мне, конечно. Но эклипса мне не важна. Она фарой притянется. Вот оно что. Интересная система, конечно. Где она здесь? Вот и весь крепеж. Бампер. Где он? Не подготовился, извиняюсь. Все. И вот эти 4 болта снизу. Ну,
И параллельно еще фишку поставить. Так, где у нас здесь почище? Те, что почище стояли сверху, да? Могу найти почище. Вот это она, скорее всего. Нет, ну здесь, кстати, нормально встало. Более-менее. Ладно, можно попробовать фару воткнуть. Воткнуть фару. Сейчас глянем. Этот фара подсоединились. Выдергивается она очень тяжеловато, зато ставится очень легко и просто. И вот они здесь идут. Говорю, не подготовился. Дефекты. Вот и вся система. Что еще не работает на место. Вон она затягивает ее. Один пошел, второй. В принципе, ничего сложного. Просто можно сломать все эти крепления. Так что на автосервисе не факт, чтобы сделали все это идеально. Кстати, она не села. Вот теперь она села. Дальний замок не зашел. Теперь она сидит. Также второй. Вот и все. Ну, помимо этого, я, конечно, результат показываю. Нужно открутить брызговик. Брызговик. И открутить верхний. А может, не надо. А может, надо. Да, ее тоже надо будет откручивать. Три шурупа.